Около 2 лет назад компания Craving Vapor ворвалась на рынок со своим бокс-модом Хиксом. Имеющий свои достоинства и недостатки, он перерождался и обновлялся не раз. Сегодня у нас на обзоре Хиксом V3 – переосмысление классики. Времена Хаммонд-коробок закончились, и мы наконец-то увидели обновленный дизайн. Отличается он не сильно. Это все тот же бокс на 2 аккумулятора 18650 с потенциометром, только с более округлыми углами. Газоотводящих отверстий в коробке нет, и мы оставим это на совести производителя. Надеемся, в следующей версии сделают. Все так же много цветов, и все такой же логотип на коробке. Все так же просто собрать шикарный сетап, а большинство изменений под капотом. Пайка теперь спрятана под красивой заглушкой с названием компании. На виду здесь лишь посадочные места под аккумуляторы с подпружиненными контактами и кнопка выключения. Аккуратно и приятно, наконец и у Craving Vapor. Под заглушкой кроется новая плата, которой есть чем вас удивить. Проблема с выходом из строя прошлых версий из-за превышения максимальной ТК-отдачи теперь решена благодаря порогу в 0,1 Ом и ТК-отдаче в 30 ампер. Если вы превысите хотя бы одно из этих ограничений, то плата сразу начнет пищать и не будет подавать ток. В итоге мы получаем мощность до 180 Вт, чего более чем достаточно. Крышка сидит надежно и не нравится лететь. И щели по ее периметру — это не оплошность производителя, а удобное решение для снятия. К слову, надеть ее вы можете любой стороной. Кнопка удобная и приятно щелкает при нажатии. Ниже располагается потенциометр, которым вы и задаете мощность. Все правильно, никакого дисплея и лишней мишуры, только хардкор. Вопрос удобства спорный, тут скорее на любителя. Подпружиненный коннектор от Fat Daddy Vapes без проблем посадит в литую даже Battle Deck, у которой плюсовый пит внушительно выступает. А теперь вопрос, как он жарит? Давайте оставим слова и просто посмотрим. Комментарии излишни. Все, что хочется сказать, новый Хиксом V3 — это живое преображение популярного бокс-мода, который теперь может использовать кто угодно, без боязни его сломать. Мы благодарим Парк Культуры за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях. Примешь синюю таблетку, и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора.